Это Володя Пащенко теперь дом. И вот утром я пришел, 30 апреля. Переходим на работу внутрь дома. Видишь, приводил дикарей сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это многовато. Многовато. Отсюда, видать или нет, голубятни-то? Да нет, голубятни вообще не видать. Никита целый день пасет сегодня за барабашей. Его нету. Начинаю сейчас работать с плинтусами. Володя будет рамы выставлять, думать о побелке, обклейке стен. Обои разные. Вот это прихожая здесь, как бы предбанник и баня, вон видать. И здесь мои бочки стоят с пшеницей голубям. И туда вход. Вот дверь в гараж. И дальше туда вход. И дальше туда предыдущий хозяин. Я себе беру это. Ну, мы решили закрыть, чтобы оттуда не заходили. Сделали крючок. Мы на все согласны. Вот с плинтусами. А почему согласны? Нам не так и много надо, во-первых. А второе, ничего это не даст. Вот окна выставлять, видишь, какие-то между рамами, что за это время было. 13 лет. Никого не было. Ну, шторки, я очень люблю шторки. Шторки уже заказаны. Были сшиты, плотные. Это уже беспрекословно. Что-то еще я буду соглашаться, а это уже никак. Сегодня должен электрик приехать. Где и что будет. Вчера печи стопили, голландку. Все идет нормально вроде бы. Печь. Володя, тут печь теперь хлеб будет. Вот это нашли как бы заслонку похожую. Но без ручки. Ну, ручки сделать надо будет.